Ну что ж, вот и отгремел главный турнир года The International. Несмотря на очень низкий призовой фонд, турнир вышел, на удивление, нормальным. Конечно, это не уровень тех хентов, которые были еще года 2-3 назад, но все еще неплохо. Хороший продакшн, приятные декорации, украшения арены, музыка, атмосфера. Короче, все оказалось не так плохо, как все думали. Разве что интересных матчей можно по пальцам пересчитать, но тут уж никто не виноват. Однако же, есть несколько моментов, благодаря которым этот инт запомнится надолго. И речь не о каких-то там крутых замесах или камбэках. Речь о различных курьезах, которые произошли либо благодаря самим игрокам, либо же по вине самих Valve и организаторов. На этом инте количество таких казусов просто зашкаливало, поэтому предлагаю вам пройтись по самым забавным и запоминающимся. Итак, погнали! Итак, начнем мы с супер неприятного момента, который произошел в матче G2IG против Тундры. Тут, знаете, произошла целая череда багов. Один баг вызвал другой, а другой еще другой, и, короче, вообще жесть. Итак, 46-я минута, достаточно долгой и не самой интересной игры. IG потихонечку собираются зайти на ХГ, чтобы начать пушить Т3, но тут игрок Тундры, Сакса, ставит паузу и реконнектится. С этого все и началось, собственно. Все там потихоньку перезаходят туда-сюда, кому надо, и пауза отжимается. Вроде как все норм, но тут опять пауза. И внезапно выясняется, что у Саксы на Миране просто перестал работать лип. Как выяснилось, такой баг кто-то уже встречал, и ему посоветовали просто переназначить клавиши. Пауза отжимается, Сакса тестит, не работает. Пауза. Отжимается, пробует, не работает, и снова пауза. Реконнектится туда-сюда, еще примерно миллион пауз и тестов, не работает. А спустя какое-то время выясняется, что у него не просто не работает лип, а что у него вовсе пропал аганим шард. Ну и что же делать в такой ситуации? Конечно же, происходит рехост, но это дело не быстрое. В общей сложности сам процесс рехоста и паузы занял целых 80 минут. Вы просто вдумайтесь в эту цифру. Зрители ждали полтора часа, чтобы досмотреть этот матч. И знаете, как он закончился? Тундра со своей несчастной Мираной собрались, задефали базу и за 4 минуты снесли трон IG. Пара-пара-пам. Да, все ждали 80 минут, чтобы посмотреть 4 минуты. Прикол, да? Почему это все произошло? Дело было в самой первой паузе и реконнекте. Именно после нее у Мираны из-за какой-то там ошибки просто пропал шард и сломался лип из-за этого. Виноваты тут, конечно же, только Valve, и допускать такие баги прямо на главном турнире должно быть стыдно. Следующий баг произошел в этот же день, но уже в другом матче. Team Zero против BB Team. В этот раз игроки тут вообще ни при чем, на удивление. В общем, наступает 20-я минута, Рошан выходит из своего логова, идет к порталу, идет, и в итоге целых 8 минут идет, до тех пор, пока Кунка не окатит его холодной водичкой. Рошан приходит в себя и вспоминает, что хотел сделать. Телепортируется на другую сторону, идет в логово и резко возвращается обратно. Потом его, конечно же, убивают, да еще и Team Zero умудряется украсть Аегу. Короче, дефолтный баг, который находится в доте с момента добавления этих самых парных порталов. Valve по-прежнему не смогли его пофиксить, но благо он не такой критичный. Ну, всего лишь 8 минут Рошан простоял на одном месте, что тут такого. Ну а теперь настало время самого легендарного момента всего Интернешнала. Лично мне он запомнился больше, чем весь инт. Итак, победитель объявлен, ликвиды, конечно же, радуются, выходят родственники победителей, Блиц плачет, все плачут, короче, все очень трогательно. Все понемножечку начинают рассасываться, победители уже делают фотки с Аегисом, и тут внезапно появляется... Я не знаю, как и откуда он взялся, но цель у него была одна — попасть на совместную фотку вместе с Бокси. И у него это, черт возьми, получилось. Мужик явно вписал себя в историю, хоть и потом его достаточно грубо вывели со сцены. Вообще, хорошо, что он просто хотел попасть в кадр, а не сделать что-то похуже. А то бывают такие чуваки. Ну и вообще, смотря на концовку Инта и то, как ликвиды искренне радуются своей победе, хочется их, знаете, прям лично поздравить. Ну реально красавцы, ребята. В честь этого грандиозного события тестики подготовили для вас просто сумасшедшие подарки. Теперь вы можете залутать крутейшие вещи из павшей короны, включая аркану на Скаймага, на Вингу, коллекторки и даже тот самый легендарный Декахук с огромными скидками, и бегать по карте с самым сочным инвентарем. Ни у кого такого не будет, только у вас. Но тут главное не медлить, ведь ивент ограничен. Кстати, обязательно досмотри интеграцию до конца, чтобы забрать свой промокод на кайфовые плюшки. Под финал инта ребята из Тести собрали специально все самое крутое в своей линейке сундуков.
Вот, например, сокровищница TI-24 Finals. В нее положили самые сочные шмотки, и я, конечно же, ее затестил. Поначалу мне не особо везло, выпал там Дагер на Сларка, но спустя еще несколько открытий мне выпало 18 новых трежерок Павшей Короны. И вот это уже реально приятно. Но и это еще не все. Если вам мало, на сайте есть ежедневные бесплатные сокровищницы. Просто заходите каждый день и открывайте. Такой халявы ты не найдешь нигде, только у тестиков. Я вот, например, долгое время каждый день открывал их, и в один из дней мне выпала еще одна пачка сокровищниц Павшей Короны. Целых 26 штук за один раз, прикиньте. И я напомню, что это была бесплатная сокровищница. А вот и промокод в подарок. Ставь видео на паузу, переходи на сайт, вводи мой промокод и получай бонус к пополнению на 15%. И еще один сундук с топовыми вещами в подарок. Заходи скорее, ведь ивент у тестов уже совсем скоро закончится. Еще один баг произошел прямо во второй игре Гранд Финала. Вы его, скорее всего, не заметили, но он достаточно важный. В общем, что произошло? Ликвиды проводят файт с ГГ возле парного портала. ГГ теряют 3 героя, и Квин на паке остается один против Бриста и Тини. А теперь вот, смотрите внимательно. Пак прячется в Shift и внезапно для самого Квина выходит из него, хотя при этом всем Shift продолжает кастоваться. Это видно по таймеру. Пак выходит из шифта и, конечно же, моментально умирает. Реакция Квина в этом моменте, думаю, вполне понятна. Но что же произошло на самом деле? А произошел давно известный баг. Если пак, находясь в шифте, включает альтернативное применение второго скилла, то его моделька выйдет из шифта. Хотя по логике доты и ее интерфейсу, он все еще в шифте. Само собой, переключение режима скилла не должно выводить из астрала или вообще откуда-либо еще. Например, в астрале ОД мы спокойно можем это делать. Виз тоже не спадает. Короче, это очевиднейший баг, который стоил паку жизни. Любопытно, что на момент записи этого ролика баг по-прежнему работает. А еще интересно, что Квин в этом моменте не поставил паузу и даже не попытался прояснить ситуацию с руководством. Конечно же, это вряд ли бы изменило исход игры, но кто знает. А как бы вы поступили в этой ситуации? Пишите в комментах. И если вы думаете, что это все, то вы ошибаетесь. Следующий баг произошел в финале нижней сетки, в третьей решающей игре между ГГ и Тундрой. Тут вообще очень забавная ситуация произошла. Баг заметили только зрители. Сами игроки либо не обратили на него внимания, либо им уже было пофиг, потому что идет уже 53 минута и никто не хотел повторения истории с паузой на 80 минут. В общем, вот вам момент и попробуйте сами понять, что же здесь не так. Все внимание на Рамзеса, который играет на Думе. Не заметили? А если вот тут? В общем, не буду томить, после 53 минуты у Дума просто перестал дамажить второй скилл. По идее, он дамажит 75 урона в секунду по большой области, плюс Рамзес еще и талант взял на дамаг, а в итоге тут все по нулям. И так было до самого конца игры, прикиньте. А у них еще и мега-крипы были, против которых урон по области очень бы пригодился. Да и у врагов есть Батрайдер и Алхимик с блинками, которые очень бы хотелось сбивать своей способностью. Короче, ситуация очень странная, и я все-таки искренне удивлен, что Роман этого либо не заметил, либо не стал с этим что-то делать. Опять же, не факт, что это на что-то повлияло, но мало ли. В доте ведь каждая мелочь важна, каждый тик урона может стать решающим, особенно на таком турнире, и особенно в третьей решающей карте. Но в итоге имеем, что имеем. Там, если кто-то из киберкотлет смотрит мои ролики, то спросите, пожалуйста, у Рамзеса, как так вышло-то вообще, уж очень любопытно. Особенно на фоне того, что на Reddit тему с этим вопросом модерация вообще удалили. В теории заговора я не верю, но выглядит реально странно. Будто, знаете, существует специальный человек, который такой сидит и... Отключите ему урон за второго. Вытащите его из астрала. Удалите его организм. Ладно, с багами закончили, теперь переходим к более простым и фановым курьезам. Например, в матче Фальконов против Ван Вин Амар решил нарисовать своим крестом Кунки топор. Ну а вы что подумали? Во втором матче произошел, кстати говоря, еще один забавный момент. Кто-то из организаторов решил, что будет прикольно дать послушать зрителям, как проигроки общаются друг с другом во время матча. Не берусь утверждать, но полагаю, об этом заранее предупреждают комментаторов, чтобы они замолчали и все могли услышать, что ж там такого важного говорят игроки. Ну что ж, слушайте. Сцена без монтажа, если что. Ха-ха! 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 Ха-ха!
Хо-хо! Ну, что тут можно сказать? Хо-хо, ха-ха. Да что ты, черт побери, такое несешь? Следующий момент меня очень позабавил. Алды Доты должны помнить мем под названием «Переводчик». На этом инте мы получили его сиквел. Lots of good stuff to steal. You must be very happy with that pick. Эта игра очень хорошая для Рубика, и я думаю, вы счастливы, что вы его пикнули. Да, мы ожидали, что они опять возьмут свою Энигму, поэтому мы примерно представляли, что можем взять себе Рубика, и, скажем так, мы... Да, да, мы счастливы. Окей. What did he say? Sorry. They're happy that they picked... Следующий момент скорее не смешной, а просто странный. Между матчами, как обычно, начинается аналитика. Стоит вот специальный человек, рисует схемы и что-то вот рассказывает. И вот после одного матча аналитик рассказывает про удачное исполнение Shadow Demon'а, и происходит вот это. So this range advantage just translates. You don't even have to be close to your opponents, and you're scoring extra gold. You're stealing the souls out of Shadow Fiend, basically. И нет, это не шутка и не монтаж. Непонятно почему и как, но вместо записи матча появляется геймплей Deadlock'а, новой игры от Valve. Откуда она там взялась, зачем ее показали, непонятно. Многие игроки ожидали полноценного анонса Deadlock'а, было много намеков, типа того же костюма Слакса, который явно косплеил Инфернуса, одного из героев Deadlock'а. Но в итоге мы получили вот это. Скорее всего, это, конечно же, техническая ошибка, но в теории, может быть, это такой хитроумный рекламный ход, чтобы подогреть интерес к идущему альфа-тесту. Кстати, если ты уже играешь в Deadlock или просто интересуешься им, то подписывайся на мой отдельный канал по Deadlock'у. Я там также делаю интересный контент, пока там только гайды и обзор обновлений, но скоро будут и шизотеории. Ссылочка в описании и по подсказке. Ну и ловите под конец немножечко доброты. Перед гранд-финалом один парень решил сделать предложение своей девушке в прямом эфире. Все начиналось как обычная развлекаловка для зрителей от Слакса, он там спрашивал у кого какой любимый герой. И вот он подходит к вот этому вот здоровяку, ну а что дальше, смотрите сами. I want to ask you tomorrow, man. Gotta get that happy audio. Ну, милота же. Видно, что парень волнуется, да еще и тексты заготовил. Короче, приятно было видеть такое между играми. Ну и на этой доброй и веселой ноте хочу вам напомнить про существование моего сервиса пополнения Стима. У меня там самая низкая комиссия и моментальная оплата с кучей различных способов пополнения. Хоть карточкой, хоть криптой. Все приходит моментально, а по моему промокоду комиссия станет еще ниже. Также не забывайте залетать в мой паблик ВК по ссылочке в описании, там мы публикуем все новости и мемы по доме. Ну и, конечно же, не забывайте тыкать колокольчик. Ну, а у меня на сегодня все, друзья. Еще услышимся.